Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган ответила на провокацию, совершенную президентом Армении Арменом Саркисяном во время его официального визита в Тбилиси. «Гора Агры является самой высокой горой в Турции», — написала дипломат на своей странице в Твиттер. Она также продублировала эту информацию на грузинский и армянский языки, добавив, что это сделано, чтобы факты не были утеряны в карикатурной дипломатии. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции. На ней видна запись президента Армении Армена Саркисяна. Президент Армении также сопроводил запись рисунком с контурами горы Агры-Даг, которая находится на территории Турции.